Всем привет, вы на канале Twin Key Time. Мы продолжаем проходить Black Book, собственно говоря. Да, мы продолжаем проходить Black Book. Что у нас тут вообще происходит? Что мы такое? Кто мы такие? Так, верстовый столб. До чердыни 100 верст, до Соликамска 22 версты, до усть Уролки 10 верст. Понятненько. Куда мы можем пройти? Сюда мы можем пройти? Сюда мы не можем пройти, сюда, здесь, вот так. Понятно. Трава, травичечка, трава, травуня. Травуня. Ветров крест. Корень сей растет по лугам да по ровным местам. А то и при морях и реках. Снимается досья, снимается с порча. Хорошо. Хорошо, нормально. Зайти в ворота. Сейчас подожди, подожди, сходим вот сюда. Еще трава. Трава, 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 я беру. Змеица. А где скоморохи играют, кинут траву змеицу под ноги им, и они передерутся, и гудки все переломают. Заморочить на два противника. Интересно, сороки. Над телеграфным столбом вьется беспокойная стая сорок. В лунном свете то и дело мелькают белые воротнички этих птиц. Что значит убить сороку? Ты шо? Ты, он шо? Он шо, не в себе или шо? Какое убить? Вернуться? Мне не надо никого убивать, мне это вообще не... Я не убийца, не. Пойдем сюда. Заходим в ворота. Так, сейчас. Так вот. Чуть-чуть. Все, заходим в ворота. Телега. Телега поистрепалась от частого использования. Записка. А что это тут такое? Петька, постреляй сорок с улицы, надоели каркать. За шо? Так, тут. Станционный смотритель. А ну пройдемся сюда еще, давай. Лошадка, беспокойно. Из конюшни доносится обеспокоенное ржание станционной лошади. Подойдя ближе, вы видите черную тень, снующую вокруг животного. Сейчас я тебе помогу, зайчичка. Подожди секундочку. Сейчас я тебе помогу, я сейчас приду и помогу. Сейчас поговорю с людьми. Так чё, скрутил папиросу, потом говорю ему, ну, поматерно. Так он заграил и исчез. В этом году было, в охотничье время-с. Тоже про дочь твою спрашивал? Хе-хе, да тьфу на вас, ваше благородие. Вот любой знаткой проезжий подшутит. Бог в помощь! Помогай, Господь. Дворянин бросает на вас взгляд, краснеет и сдержанно кивает. Нет лошадей на станции. Ну как же, а сивка твоя? На той соседка уж седьмую ночь катает. В руки не дается. Так что свежих почтовых ждать надо. Утром прибудут. И слушать небылицы Самсона? Меня Александр зовут. Мой собеседник — это никто иной, как станционный смотритель. Я рада. Меня Василисой зовут. Я в Усть-Боровской завод иду. В такой час без повозки далеко не уйдешь. Пока ждем, можем партейку в картишке раскунуть. Ты-то тут откуда? Из Вильгарта. По делу пригласили. Лошадей вот до этой станции только снарядили. Наверное, местные боятся в сторону завода ехать. Ну так а как? Окаянный и на заводе блазнитый телеграф теперь оборвался. Бардак. Так пойдет. Вообще без царя жить будем. С лошадью-то мы доберемся до Уролки? Тогда, если сивка в ум придет. Но что-то не похоже. Хочу о другом спросить. Бесяки телеграф, что ли, разорвали? Ну так, а кто? Тебя послушать, окажется, что бесы во всех бедах виноваты. Зима, например, тоже бесовская. Ну так а как? Про Шуликинов слыхались? Про них я знаю. А еще знаю, что не они зиму нагоняют. Это все движение тел небесных. Ишь ты! Так что с телеграфом-то сталось? А бес его знает. Старост приходил, лошадей-то и взял. На починку, говорит. Ну и конюха задний. Самсон говорит, нечисть виновата и прочие суеверия. Пожили б с моё у леса, еще бы не то видывались. Что про завод-то слышали? Сначала добрый завод был,
А потом как черт поехал. Народ стал пропадать. Там постоянно какая-то бесота творится. И до недавних пропаж? Тоже слышал от крестьян. Говорят, дурное место. Все так-с. Так что, на мельницах постоянно блазнит, а завод чем хуже? Вот-вот. В воду просто не надо лезть, если плавать не умеешь. Мне он не рассказывал про другие случаи. Так что, несчастий-то достаточно. Пахом-то потер по шею полозу. С раствором у них начались сложности, опять же. Сейчас, говорят, снова пропали соливары. Бог наказывает. Или черт. А ты, Александр, куда путь держишь? Я в деревню Логово иду. По профессии я врач, учился в Петербурге. Земской доктор не справляется, сложный случай. Мы в переписке с ним. Я тоже кое-что в врачевании народном разумею. Что там стряслось? Знахарка? Дело это хорошее, но не такое действенное, как научный подход. Ну, слушай, крестьянку охватило истощение. Ночами не спит, галлюцинирует. А в народе что говорят? Да как обычно. Порча, колдуны. Я с таким знаю, как быть. Может, и помочь сумею. Да разве там порча? Есть ли она вообще? В деревне Логово больная. Приходи, я тебя ждать буду. Я там буду, в деревне. Понял. Приняла. Сейчас, подождите, я к лошади я пойду. Я пойду гляну, что со скотиной твоей. Может, да. И успокоить удастся. Ну, давай. Вон ихнее благородие тоже в путь собирается. Ждется. Ихнее. А, говорили. Нету. Вещи, что у меня вещи? У меня вот это вот, умение у меня одно висит. Так. Пойдем, я тебе сейчас помогу, зайка. Что, давай смотрим. Доносится обеспокоенная. Вы приглядываетесь и вспоминаете уроки деда Егора. Это точно суседка. А ну давай прочитаем. Суседка. Название домового в Чернинском уезде. Также суседушка, братанушка. Братан, братишка. В комне пермяцком фольклоре есть аналогичный персонаж. Суседка Лон? Вижалун. Чаще он помогает человеку, а не вредит. Помогает по-соседски, наверное, поэтому так называют. Домовой живет один, соседка семейна. Он скорее покровитель старшего в доме, а остальные члены его семьи, включая жену соседей, у их детей, покровительствуют каждому живущему в избе. Соседка предупреждает о беде, охраняет человека и домашних животных, но он очень не любит, когда его подопечные ведут себя неправильно. За это может наказать ночью. Начинает давить спящего, у того схватывает грудь, сбивается дыхание. Если скотина того же цвета, что и борода хозяина, то домовой скорее ее полюбит. А уж если соседка полюбит лошадь, то будет плести и косы. Плетет он их и женщинам. Обрезать нельзя, будет болеть голова. Кстати, я такое слышала, я такое читала. Ну, я не верю в это, конечно, наверное. Но да, я такое читала, такое есть. Вот вешаться пришла. Чё тут, шабаш у вас колдунов или чё ли? Шабаш, да. Ты по что скотину мучаешь? Суседка должен беречь лошадь, а не мучить её. Видишь меня? Ну и что с того? Скотина эта неверного цвета, не хозяйского. Так и не твои проблемы. Цвет не тот, а тебе какого нужна? Ох, мне хоть маленькую. Да щупленькую, но как у хозяина борода. Эту загоню, новую купит. Я тебе как соседка соседке совет подам. У девки ты видишь книжку? Ну, как не видеть-то? Так вот, ты коль по цветам специалет имеешь, на обложку-то глянь. Там все заговоры про то, как соседок изводить. Я уж знаю. Ой, батюшки. Домовой шипит, как разъяренная кошка. Нечистый дух спрыгивает с лошади и исчезает в темном закоулке конюшни. Не, ну слушайте, Прошка мне пока больше нравится в помощниках, чем просто мужик. Потому что это типа прям, ну хороший, молодец, хорошо делает. Лошадь ЗБС. Все, лошадь норм. Класс. А, Василиса, ну как, успокоила лошадь? Ну, конечно же. Мне успокоить скотинушку удалось. С суседкой договорилась. Еще. Ну, доставлю вас до места. Благодарю за то, что не пришлось слушать еще больше замечательных историй. Да это все быль, а не истории.
Тьфу. Круто. Так, мы вот здесь. Дополнительное задание вот тут, основное задание вот это. Да, нам сюда дорога на Усть-Боровская. Отсюда уже и до завода недалеко. Отлично. Идем, бредем как бы да. Класс. Смотритель указывает на Усть-Боровскую. Запись-то идет. И повозка отправляется с Александром в деревню Логово. Ваше размышление о дальнейшем пути прерывает тень, возникшая на дороге. Я круг черчу в любой непонятной ситуации, смотрите. Вы быстро очерчиваете круг. Тень приближается, вы держите наготове черную книгу. Вскоре перед вами предстает крестьянин с увесистой дубиной. А ты что тут ходишь-бродишь? Кто там идет? Я из Вильгарда. На солеварню иду. Ну-ка, крест на себя положи! Вы осеняете себя крестным знамением. Ух, я вот думал, нечистого повстречал. Черт-то не богособился бы. Меня с села Усть-Боровского отправили на стражу ночную. На заводе черти народ тревожат. Ты что, туда? Да вот я знатливая из чего. Помочь хочу. Я чихаю почти каждую запись. Что это такое? Это какой-то мой супер... Чёрта знай-ка, пойду-ка я. Не знаю, может, это у меня какая-то фишка? Что слышал про людей исчезнувших? Как ворона унесла. Пропали. Думали, по кабакам пошли, а нет. Кто в ночную смену был, те исчезли. Слышал, туман в те ночи был страшенный, как река из берегов вышла. Это точно русалки или вот что-то с водой? Что про пропажу соли слышал? Давно, видать, она пропадает. Не иначе воры какие-то уводят. Бесяки, может? Может, и они. Ух, царство Иисусово! Я и сам соленосом был. Видишь, уши-то все разъело. Ну уж лучше уши, чем душу-то бессмертную. А ну давай почитаем. Что тут у нас? Соляная торговля. В начале мая, когда весенний разлив позволял судам подойти близко к амбарам, начиналось формирование каравана для отправки соли в Нижний Новгород, главный центр соляной торговли. Грузчики взваливали кули на плечи и переносили на суда. Соль разъедала рабочим шею, уши краснели и опухали. Отсюда и пошло известное выражение «пермяк соленые уши». Ну, помогай тебе Бог. Да, Бог тебе помогай. Пойдем сюда. Черный берег. Это место не случайно назвали черным. Нужно быть начеку. Я начеку. Ну, я всегда начеку. Меня видела вообще-то? Из темноты доносятся тихие всплески речки Черной. Вы слышите несколько голосов у воды. По вашей спине пробегает мороз. Это явно голоса нежити. Давайте молитвы читать. Услышав ваш голос и святые слова, нечисть исчезает. До вас доносится только всплеск воды. На камне у реки вы обнаруживаете мокрый гребень. Вы оставляете реку позади и возвращаетесь на дорогу в Усть-Боровское. Эта расческа пахнет речным илом и, кажется, никогда не высыхает. Классно! Это вещь. Вещи. Ля, а против... хотя бы... А куда поставить-то? Нам нужно вот это увеличивать, это 100%, потому что, ну, как бы, да. Я могу поставить вместо вот этой, могу добавить, чтобы было еще больше. Давайте я пока поставлю. Пока что. Потом, может, добавлю. Да. Именно слов. Гребень русалки. Рыбалит-то у нас знатно, не только на крючок. Рыбу лучат по темному времени еще и острогой да ситями. Рыбы-то много было в реках. А вот мужики... Одинов. Обматерили русалку. Она ночью волосы свои долгие на камне чесала, рыбу распугала. Уронила гребень на берег. Рыбаки с дуры подобрали его. И вот ведь незадача. Сети у них путаются. Рыба не идет. А старший артели и вовсе расхворался. Артели. Это столько слов непонятных. Колдунья их надоумила. Вернуть надо гребень русалки. Пошли в то же место. Под камень его положили и подношение хлеба краюху. Блинков. А на утро ничего не осталось. Не стало. И вот ведь. Хворь прошла у старшего, но и рыбы полно стали таскать на продажу. Ну, прикольно, круто. Угу. Идем дальше. Мрачный лес. Что-то неладное чувствуется среди ветвей. Давайте сходим в мрачный лес. Раз уж он появился, то почему бы нам и не сходить туда, да? Мороз пробегает по вашей коже. Признак присутствия нечистой силы.
Вы оглядываетесь вокруг. Компания... Ну, книжник, да. Уйдет в сердце твое. Ну, слышишь, книжник, ты как бы... Не нужен мне ты, короче. Кокаринская роща. Дорога в деревню Логово пролегает через эту рощу. Пойдем сюда. Как бы да. Островерхие ели нависают над дорогой, словно легионы чертей на старых иконах в Свято-Троицкой церкви. Вы вздрагиваете. Лесную темноту разрезает огненный вихрь, летящий над деревьями. Давайте проследим. Вы устремляетесь в погоню за огненным вихрем. Кажется, вы потеряли его из виду, но внезапно он вновь показывается над деревьями. Преследование приводит вас в деревню Логово. Пламенный морок вьется у трубы одного из домов, а затем растворяется. Ну ладно, деревня Логово. В эту деревню направился Александр, чтобы вылечить крестьянку. Сейчас я вылечу крестьянку и... да. И вылечим крестьянку, короче. Вы стучите в избу, рядом с которой растворился огненный морок. Двери вам отворяет Александр. Внутри избы доктор уже приготовил лекарство. Среди склянок вы замечаете несколько старых свечей. Не ожидал, что ты воспользуешься приглашением. Но заходи. А вот и больная. На лавке под иконами лежит истощавшая женщина. Ее глаза смотрят, но не видят. Она шепчет отрывистые фразы. Он придет. Вернется. Вернется. О ком ты? Кого ждешь? Ваня. Он вернулся, я знаю. Кажется, мне женщина бредит после бессонных ночей. Этот Ваня, его считают погибшим? Он жив, жив. Я видела его. Все с ним хорошо, да только спины на нем нету. Спины нету, что? Ее муж погиб на войне. Весть, говорят, не так давно пришла. Я видела нечистого возле деревни. Это тебе после рассказов Самсона примерещилось? Нет. Думаю, здесь замешана нечистая сила. Да уж, конечно. Не веришь? Я точно знаю. Виноват окаянный. Девушке является окаянный в облике усопшего мужа. Это лишает ее сил и грозит скорой смертью. Какая нечисть виновата в болезни? Не знаю, честно говоря. Давайте возьмем. Некоторые черти принимают облик усопшего родственника, часто супруга, является скорбящим. Такой черт летает в воздухе огненным снопом, метелкой, веретеном. Только на земле он принимает облик покойного. Опознать демона можно по отсутствию позвоночника. Некоторые являются... огненный змей, получается? Похоже, черт виноват. Змей огненный. Все сходится. Ну... Покойник, знамение, спины на нем нет. Поди, он и сейчас рядом. Ну да, это было логично. Перед этим как раз мы увидели очередной раз такую штуку. Близко? Да, он здесь. Скоро придет, мой Ванюша. Давно она заболела? Про нее мне впервые написал земской доктор, уж как несколько месяцев. Давненько. Ее словами теперь не вылечишь. Есть такой вид чертей. Они вид усопшего принимают и ходят к живым. И как мужья тоже. Нужно нам черта, что ее морочит, подкараулить. На печь, ежели залезем, он нас не заметит. Да ты сейчас чуваку психику сломаешь, как бы. Как бы, ну это точно. Сам его увидишь со мной. Безумство какое-то. Если этого не сделать, баба на тот свет отправится вслед за Иваном. И порошки не помогут. Да и говорят, ученый люд все проверят. Александр неохотно соглашается и забирается на печь. Ждать приходится недолго. Вскоре из устья печи вырывается сноп искр, и из него появляется бледный бес с коровьими ногами. На мгновение вам кажется, что Александр шепчет защитные заговоры, но времени разбираться нет. Нужно решать, что делать дальше. Дальше мы будем читать, что нам сейчас сказали, и отсюда уже и решим, что делать. Огненный змей, тоскующим по умершим мужьям крестьянкой. Крестьянкам порой является злой дух, которого называют огненным змеем. Своим жертвам он кажется неотличимым от ушедшего родственника. Посторонние же наблюдатели видят этого демона в форме огненного шара или снопа искр. Иногда он приносит крестьянкам драгоценные подарки, неизменно оказывающиеся с рассветом навозом или камнями. Опознать змея можно по отсутствию человеческой спины. На ее месте можно обнаружить ли гробовую доску или разложившуюся плоть. Поняла. Давайте поговорим. Эй, бес, сатана, приходи вчера! Как вчера?
старый трюк. Кто там спрятан на печи? По что девку мучаешь, змей огненный? Пойди прочь, покуда не прогнали. Догадались. Я хочу так тебе сказать. Кончай клочить. Я до тебя и на печи доберусь. Не будет такого. Бес обращается в огненный сноп. Вы же спрыгиваете с печи и очерчиваете круг. Ну, ладно, как хочешь. По-человечески хотели. Ты... статус не пропадает на следующую атаку, но меньше пропадает. Ага. Прошечка такой, типа вот это вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так нормально. Вот так хорошо. Ну ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Слушай, чувак. Чё у меня... Так, ну ладно. Окей. Вот так. Давай мы сейчас с тобой быстро закончим. Минус один. Игнорирует. В следующий раз он будет игнорировать 10 моих вот этих вот. А, это в этот раз. Что 10 нанесет, да? О, нет. А чё он не проигнорил? Он пишет... 38! Больше ты ничего не хочешь, скажи мне? Куда 38? Какие 38? Ого! Что это было вообще? Подожди, что это такое? Подожди, я говорю. Так, подожди секунду. Как? Что-то я не поняла. Да, я говорю, не поняла. Сложно. Так, дальше что? 31. Увеличивает на 7. А в каком смысле? Я правильно понимаю, что если я его сейчас ударю, то он увеличит с вот эти вот свои на 7? Ничего, ты шо, ты чё, куда вообще? Нормальный, скажи мне. Он будет это 6 раз делать, ты что? Ты шо, гонишь с меня сейчас? Что ты делаешь? Я что-то не поняла, может? Если что, вырежу.
Да ладно, блин. Это было тяжко. Это было очень тяжко. Прям очень. Прям. Прям очень тяжко. 1000 опыта, новый уровень. Хорошо. Черт вспыхивает ослепительным пламенем и скрывается в печи. Он не вернется в эту избу, но при следующей встрече вы решаете подготовиться основательней. Вы переводите взгляд на больную. Кажется, ее бледность спала, и уже сейчас к ней возвращаются силы. Ох, сейчас, секундочку, капец. Сохраниться надо. Прям сильно, да, сейчас было. На секундочку, дайте мне, знаете что? Вот это вот, не одену. Вот это вот, да? Я пока вот этот венок сниму, проверить кое-что. И давайте откроем, может... Не, пока ничего не будем открывать, короче. Пока что. Александр сдержанно благодарит вас и собирается в обратный путь. Мужчина избегает вашего взгляда. Кажется, встреча с нечистью его ошеломила. Он неохотно признается, что шептал молитвы на печи. Хорошо. Телеграфная линия. К телеграфу отправился помощник Самсона вместе со старостой. Ой, подожди, что это такое? Почему вопросительный знак? Почему вопросительный? Провода телеграфа тянутся по столбам, как нити исполинского веретена. Деревянные сооружения выглядят инородно, и кажется, что хмурые сосны смотрят на них сукоризной. У дороги вы замечаете оживленно спорящую пару. Ох, батюшка! А как это мне туда идти-то? Как-то боязно мне, ей-богу. Слышал, что на станции-то баяли? Я тебе сейчас устрою боязно. Доброй ночи. Да воскреснет Бог и расточится в разе его. Ах ты ж, гниды у тебя заваренные. Кто там идет? Василисой меня зовут. На завод Усть-Урольский иду. Ну, ты че по ночам велешь? У нас тут и без тебя дел по горло. Я доберусь до этого Самсона. Навел рысь на всю округу. Да я тебе говорю, своими глазами видел. Под столбами следы босые, а потом в копыта становятся. Я туда не пойду, сам шкандыбой. Эдак ты со старостой говоришь. Чё там за следы-то были? Может, скотина какая ходила? Скотина босой не ходит. Как начальство сказало про телеграф Йентот, я пошел. Йентот. Йентот. Я и мызнул оттуда. Завтра тогда сходите. Днем вот не так блазнить будет. Да не могу. С меня главарь шкур сымет. Приказано сегодня же выяснить, в чем проблема, и починить. Не повезло, не повезло. Я бесов не боюсь. Могу сходить проверить, что там. Ну давай, работничек мой, не пойдет как будто. Я тебе его паденную плату-то и отдам. Ну давай тогда, давай, конечно. Чё, я лучше подожду. И без платы. Хорошо. Как бесов одолею, вернусь к вам. Угу, только еще вот сюда давайте сходим. Тут почему-то горит вопросительный знак, хотя мы тут были, на секундочку. Мы тут были. Почему горит вопросительный Мороз знак? Мороз пробегает по вашей коже. Мудрость войдет в сердце твое. Странно. Ну ладно, пойдем. Разорванный телеграф. Кто бы мог разорвать телеграф? Непогода, а может, сила нечистая сопротивляется новинам. Новинам. Пойдем. У нас времени мало, но сейчас вот это сделаем и на этом на сегодня закончим. Опа. Ну, давно туле. Кле. Кле старое, сухое все. Давно дождя-то не было. Травичечка. Адамова головка. Травичечка. Взорванный телеграф. Нет, травичку мне, говорю, дай. Прикрышь трава. О, еще трава. Класс. Терлич трава. Это с телеграфом. Вот разорванный провод. Сео, как тот мужик говорил, босые ноги в копыта превращаются. Лес. Темный какой-то лес-то. Дорога в деревню. Дорога ведет в деревню.
Вдалеке, кажется, мерцают огни поселения. Дорога а, пойдем, да. В деревню. Село Нижнее Мошево. Телеграфная линия заканчивается в этом поселении. Пойдем. Несмотря на поздний час, крестьяне не спят. На улице собрались почти все обитатели этой небольшой деревни. Обсуждение стихает, когда они замечают ваш силуэт на дороге. Второй раз уже чихаю, что за приколы. Здравствуй! Откуда путь держишь? Здравствуйте, люди добрые. Меня главной по телеграфу послал. Поглядеть. Ну, нечисть порвала, видала? Да, вид. А, поглядела, вот и иди. Опасно тут. Окаянный блазнит, и не только. Я видала разорванный провод-то, но нечистого там не встречала. Странные следы у столба были. Ну так чё, нечистый? Интересно, что они в сухую погоду так отпечатались. Так это то, бесяк. У него где хошь отпечатается. В натуре. Еще я хотела спросить... Нечего тут спрашивать. Говорю, своей дорогой иди. Крестьяне провожают вас угрюмыми взорами. Понимая, что от этих людей ничего не добьешься, вы возвращаетесь на дорогу. А чё, слышь? Заметив ваше приближение, староста направляется вам навстречу. Ну, выяснила, в чем дело. Похоже, нечистый шутит. В деревне тоже все перепуганы. Вот, что я говорил-то. Это скверно. Что делать? Батюшку позовем, он телеграф отчитает. Да, поглядим. А тебе спасибо. Вот тебе часть оплаты за смелость. Три? Ну, до свидания. Хорошо. Ну, хорошо, они там ничего, а мы тут уже заканчиваем, потому что как бы да. Потому что как бы время. Что, я могу походить тут? Ты что делаешь такое? Ну ладно, говорю. Да. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения. И до встречи в следующих видео.